когда говорю об административных мерах, вот это сильнейший инструмент, который начинает блокировать иногда отдельная операция, а иногда практически всю деятельность компании. Поэтому о чем мы говорим? О каком экономическом развитии, если вместо того, чтобы разбираться с предприятием, вникать в проблемы, искать у них действительно, что они не так сделали, доказывать, собирать доказательную базу и доводить ее либо плательщику, либо там в суде, проще нажатием кнопки просто заблокировать регистрацию налоговой накладной, тем самым не дав кому-то налоговый кредит. У нас, допустим, предприятие приводило факт, по трем своим поставщикам они дополучили налоговый кредит на сумму НДС около 2 миллионов. Ну вот просто, по трем поставщикам поставки, которых были заблокированы, ну, входящие налоговые были заблокированы, предприятие, недополучив этот налоговый кредит, естественно, свои обязательства уже покрывали своими деньгами, дополнительными средствами. И, конечно же, тем самым, с учетом того, что и поставщики, и это предприятие платило с одних и тех же, ну, по сути, сумм НДС, соответственно, конечно, у нас в бюджет зашли дополнительные суммы. И то, даже с учетом того, что бюджет искусственно получает вот эти дополнительные средства и дополнительные уплаты НДС, вместе с тем все равно проблема с выполнением бюджета остается.